Саженцы ели колючий суперблю относятся к селекционным сортам североамериканских хвойных деревьев. В высоту дерева вырастает до 10-15 метров. Его характеризует удивительно голубой окрас хвои, причем с годами цвет становится ярче. Дерево достаточно быстро растет и очень привлекательно выглядит и зимой, и летом. Ежегодно растение наращивает от 15 до 30 сантиметров. Крона формирует красивый конус с прочными, горизонтально расположенными ветками. Насыщенность цвета хвои зависит от состава почвы и от освещения. Специалисты рекомендуют высаживать ель суперблю на солнечном месте. Ель колючая суперблю – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок. Ель прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола ель колючая суперблю можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – слаборослый. Лист этого прекрасного растения по форме иглоподобный. Ель колючая суперблю имеет летний срок созревания. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.